Народ, всем привет! Ребят, на айфонах есть такая крутая фишка, что можно посмотреть емкость аккумулятора, насколько она еще как бы функционирует. Это получается емкость не зарядки, как вы зарядили, а вообще первоначально от первоначальной емкости аккумулятора, сколько у вас его, так сказать, осталось еще общей емкости. Для этого, ребят, мы заходим. Вот у меня пока 81% всего, да, зарядки батареи. А чтобы посмотреть вообще емкость аккумулятора, это мы заходим вот. Есть такая папочка «Аккумулятор», выбираю. Потом «Состояние аккумулятора», вот здесь в серединке нажимаем. И смотрим, 87%, ну, максимальная емкость 87%. Так, и здесь написано «Пиковая производительность». Сейчас аккумулятор поддерживает нормальную пиковую производительность. Он получается, можно сказать, когда вы телефон покупаете, у вас получается вот здесь, если вы также будете проверять, у вас будет 100%. У нас телефон уже несколько лет, а у него получается 87%. Это вот максимальная емкость его. Это текущее значение емкости аккумулятора относительно нового. При низком значении емкость может потребовать чаще заряжать аккумулятор. И получается, чем лучше у вас емкость, чем больше в процентном соотношении, тем реже вам заряжать, ребята, аккумулятор. А если у вас емкость будет там 60%, то вы там будете в день, наверное, по пару раз-то точно заряжать. Довольно-таки хорошая получается встроенная программа, которая показывает именно емкость аккумулятора. Мне очень понравилось это на айфонах. Я, в принципе, до этого, ребят, этого не знал. Ну, если кто не знал и узнает тоже, как так же, как я, поставить, ребят, поставьте мне лайкосик, подписывайтесь на канал. Все, всем пока, до встречи.